Хай, всем привет, кто Сережа. Здорово. Здорово. Сейчас могу смотреть фильм «Пассажиры». Анмут. Что такое? Алло. 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 Выключай стрим. В смысле? Вырубай стрим. Почему? Все, вырубай. Почему? Так я только подрубила, Сереж. Мне нужно срочно и минет. Максимально срочно. А, да, ты видел, как ты сегодня в КС играл? Какой минет? Ты чё? Отдыхай. И что? Я нормально играл, Оля, ты чё? Вообще отмена, отмена, Сереж. Я единственный играл, ну, еще Вадя играл, конечно же. Все было максимально хуёво. Не, если бы ты выиграл две игры... Оля, я предлагаю закончить стрим. Так. И прийти отсосать, понимаешь? Так ты понимаешь, что я стримлю 5 минут всего лишь? Так это нормальный стрим. Да? Давай интеграцию заканчивай. Бля, давай, короче, час, ну там, пообщаюсь с ребятами, интеграция и все. Ну, как конёк раньше. Понял. Ладно, на самом деле, если без шуток, как фильм закончишь, приходи, пожалуйста, мне, ну, реально нужно помыть полы. Без шуток. А ты что, сам не справишься? Нет. Не, я думаю, что ты в это время уже будешь спать, потому что я буду стримить где-то до часов 8. Я дверь открытой оставлю. До 8 до полдевятого. Я дверь открытой оставлю. Я спать ложиться хотела. Ты бесшумно будешь полы мыть? Шумно. Я тебя еще разбужу. Ну, сам Бля. Понимаешь, чем. Чел орёт в чате. В чем у тебя кошка? Я вижу. Ева, блядь. Она в ошейнике. Помогите. Друзья, Ева. Помогите Еве, это пиздец. Но он еще, наверное, так дня 3-4 будет ходить. Потому что у нее более-менее проходит аллергия потихонечку. Таблеточки пропила. Пропила все почти. Вот. Ладно, мне от тебя на самом деле ничего не надо, только полы. Да я знаю, я знаю. Только да, чистые да, полы, да. Оль. Да, только понимаю. Ну ничего, сам справишься, думаю. Потому что я пойду спать потом. Ладно. Все, чат, еще раз всем спокойно что спать уходит. Сейчас пройдет алерт ебаный. От Киорикса подсоса Куколда. Спасибо. Ольга хорошо сосёт, а тебе-то откуда знать, дурачок? Короче, чат, всем, кто спать уходит сладких, кто остается с Олечкой, оставайтесь, смотрите с ней фильм «Пассажиры» и засыпайте. Ну, с трансляции можно не уходить, можно так включить, оставить и стримить, чтобы... Ладно, неважно. Все, пока-пока, мужчины, обнял. Увидимся с вами завтра в 2 часа дня на стриме у Дины Брин и в 5 нашего матча у Вячеслава Бустеренко. Всех жду, чтобы за нас болели, нам нужно выиграть последний шоу-матч. А что у вас будет, КС или было 4-4? Валорант. Валорант? Последний четвертый шоу-матч остался против Рекрента. Угу. Там будет Рекрент, его два кента Дэйв и убийца и Гвакамоле с пчелками. Ой, бля. Ладно. Все, бабы, обнял, бабы. Пока. Хороший стрим, тупица. Спасибо. Ну, надеюсь, что они выиграют завтра, потому что это охуеть, какой будет экспириенс в этом плане. Еще тем более против Рекрента. Ебать. Так. Чего мы хотели? А, я хотела посмотреть нарезку, наверное, и фильм. Насчет Москвы, кто спрашивал, там, как съездила, все классно, круто, подарили Марку дохуя всего классного. А, особенно это часы Apple Watch. Вообще охуенная тема. На самом деле, я когда предлагала какие-то подарки, просто ради прикола по фану бросила Apple Watch. И что-то как-то все подхватили, заебись получилось, ему понравилось. Тем более, Last версия, охуенно. Вот. Попросили по-человечески пойти сосать, что-то сидишь-то? Ну, извините, не сегодня. Мы это... Да хватит, я думаю, на сегодня. Я пососу в другой раз, наверное. С нарезкой МББ? Почему? Такой пьяный был, что ему бы ручка зашла. Не, ему было приятно, на самом деле. По нему прям видно было. 40 тысяч? Ну да. Но мы же скидывались вместе, то есть от нас, от семерых получается. Вот. Ну там были Apple Watch, кроссовки охуевшие, Nike Force, по-моему, Minecraft и кофта от Ники Феллини. Да, охуевшая, кстати, кофта. Я сама жду, тоже себе заказала с Hobbit'а, по-моему. Потом покажу на стриме. Ебать, ты отжигала, конечно, там. Блять, почему мне все пишут про какую-то историю, где мы с Юлей там танцуем, флексим, но я этого, типа, не вижу. Мне никто так и не скинул никакой видос. По-моему, это было у Ариньян в истории, но она потом удалила все.
Ну я проебалась. Ну там, наверное, такой кринж пиздец. Ну похуй. Я нормально там отдохнула. Так, сейчас YouTube. Захожу на YouTube. И погнали смотреть последнюю нарезку. Что там было? Что интересное было? Спасаешь от бессонницы? Но вообще лучше выровнять себе режим, нормально настроить режим. Не то, что у меня. Потому что у меня хуёвый режим. Очевидно. Плюс очевидно, потому что сами видите, во сколько время, в какое время я подрубаюсь. А чё хотела? Ахуй, ты чё, тфэ? Ты чё? Сука. Не кури, не. Не-не-не. Давай, отдыхай там. Бля, ладно. Могут две личности быть. Фильм уже был? Нет, сейчас я напишу в названии, то, что фильм будет начало в 6.00, наверное. Ближе к этому времени. Охуеть, в 6 утра смотреть фильм. Я конченая просто. Кто вообще так делает? Это ж ненормально. Пизду. Ты добавишься кому-нибудь дать редактора? Зачем я, если могу все сама сделать? Дина... Я никому не доверяю из вас. Ну, может быть, только Жириновскому, но его я не вижу. Блин, и Диана, блядь. Такая ж буднать. Ну, здорово, Лекс, ну чё ты тут, а? Вуз не дуешь, ёпта! Да? Ну, Гусю, может, тоже могу доверить. На Нике Эриксу. Кстати, есть уже. Это дно ебаное. Ой! Меня свинья ебёт. Тайну Коко так и не посмотрели, да, согласна, надо посмотреть. Ломаки вроде не... Сегодня только будет фильм. Ты что? Next раз. Нихуя! Пиздец. Вы просили. Который я ловил... Чу! За такой контент не забанят? Потому что там Олесю недавно забанили на один день, так она бомбанула, пиздец. Ты же, да, замедлял? Ебать, ты чихнула, пёрнула, корень. Это давление. Что у меня нет молодого человека, понимаете? Я поэтому к ней и подкатил, я поэтому оплатил 600 рублей. Я нам потом сказал, что у нее своя машина, я думал, что все, типа, ну сейчас будет, ну, ну вы поняли. Нихуя не поняла. Фильм будет через минут 20, наверное, чат. Даже, может, меньше, лол. Даже меньше, да. Через 10. Я не помню просто, сколько фильм идет по времени. Часа 2, наверное. Эй, мамасита. Блять. А вы сейчас смотрели стрим у Пчелкина на Дарахантика? Вообще кто-то тут смотрел в то время, когда мы там отдыхали? Просто там, наверное, такая кринжатура была со стороны, ну, если смотреть со стороны. Это пиздец. Ой, блин. Хантик там уронил угли, блядь, и что только не делал. Сука, нытик ебаный. Ты мне? Да. Не особо там лагала, пиздец, да, там лагала. Это мне, блядь, или ему? Как тебе девушка Хантика? Так я же отвечала, точнее, я писала у Наташи, по-моему, на стриме, что она очень милая и приятная, ну, типа, девочка. Скромненькая. Мне такие нравятся. Человек работает, откалывает потихонечку лед. У Пчелкина жена, бля, Маша, она такая охуенная. Боже, она такая вообще... Такой открытый человечек. Я за него очень переживаю, так страшно. Это реально лед? Чё, ёбнулся, блядь, лед откалывать? Кипятком полил и всё. Бля, гаечка очень умная. Привет, Микулина. Эй, йоу, молодой киберспортсмен, играешь в CSGO, ну... Не, гаечка это просто мегамозг, вы просто не понимаете, своя там просто по-своему мыслит. Покажи просто гостей, как Пчелкина. Бля, Пчелкина, конечно, тоже пиздец, бля. Я говорю, Алексей, Алексей, прошу, вот ты стрим сейчас запускаешь, на нас камеру не направляй. Ну...
типа... Классический Алексей. Ну, вы поняли, блядь, почему? Потому что я сидел с девушкой, типа, я не хотел, чтобы, типа, там, полить ее как-то на стене и все такое. Да все уже, все уже. Что делает Алексей? Я просто отошел, посидел там, посидеть со Славой там, попиздеть о чем-то. Алексей просто не, на самом деле было максимально атмосферно на ДР. Не было такого, что кто-то прям сидел АФК максимально в каком-то тильте или вообще, ну, не в своей тарелке. Вообще все друг с другом общались, все было настолько, типа, по-доброму, вообще классно. Ребята крутые. Я, по-моему, впервые виделась с Кроваем, со Славой, с Катюхой, с Покой. Ну, с Алексеем, соответственно, и, блядь, и Машей. Я сижу в ахуе, блядь. Я рад, что со всеми с вами познакомился. Поха охуенный, да. Вообще, классный. И вообще кайф общения. Я никогда не думал об этом. Рад, что познакомился с Веленой. Как-как? Отличное имя, кстати. Я не знаю, что все доебались до ее имени. Отличное имя. Велена. Велена, так. Здорово, поп. Я очень рад, что вы все пришли. Я очень волновался, когда сюда ехал, потому что боялся. Скажут, блядь, после кайфа в вот это место, ты что, ебанутый? Это, если что, вода в рюмках. И, короче, спасибо. Кстати, насчет кайфа там очень классно. Потому что хочется сделать совместный стрим с Вилем. Что вы будете на нем делать? Жестко трахаться. Бля, я этого не помню. Ладно. Просто стримить. Ну, симпатичная девочка. Приятная. Угу. Ты его девушка, да? Давай. Давай. Давай, детка. Да. Все. Гусь, блядь. Это сарказм был, дура. Ковры вышел. Ой, блядь. Это пизда. Ой, это бля. Пизда. Все, у меня депрессия, нахуй. Не, реально, что нужно для еды? У меня бишкексы есть. Ну, пожарить. У тебя хватит. А их можно кушать будет? Да, да, да. Так это пиздоболка, в смысле? А что это не очевидный сарказм был? Пиздец, мага хороший. У нас минус один, начало хорошее. Да нет, маг ебаный. Долбоёб. Ровно. Вот, у меня ноль брони, ноль брони. Вы что, идём пиздить? Давай, давай! Блядь! Ты что? Блин, на меня грабит. Такая залупа, это Майнкрафт. Так ненавижу эту игру, всем сердцем. Этот парень был из тех. Это самая нелепая смерть, блядь. Идите сюда. Бля, Гусь, напомни, пожалуйста, чтоб я тебе дала после стрима редактора. Сколько от гравия на могиле так и написано. Если я не усну. Давай так. Просто женское мнение мне нужно знать. Это никакие не подкаты, ничего. У меня член 13 сантиметров. Это пиздец? Это провал, не нахуй? Не знаю. И смотрит чисто на член. Я какой был? Я не мерила. Ну давай, нормальный, средний размер. Сколько? Не знаю, 49,5. Она про что, блядь? Про ногу? Или что, блядь? Что 49,5? Чего, блядь? В чем она меряет? Это даже не диаметр, ничего. Чё, в чем еще можно мерить? Ааа! Стреляет! Это мем с Пикабу? Ааа! Я просто не шарю за мемы. Вообще, в принципе. Я не подписан на паблики. Бабы! Блядь. Нахуя? Смотрите на него, просто... Ой, сейчас кринж будет. Водички. Какой ужасный голос, блядь. Не, ну набухала сюда, считаю. Я, конечно, я бухаю, вы просто послушайте этот голос, блядь. У меня просто лыка не вяжет, я не могу составить нормальное предложение. А, да? Серьезно? А я сижу просто... Я вообще там нормально уже в кондициях была. Сок. Фред Рейнбоу. Сок.
только сок, ребят, так за здоровый образ жизни. Он уехал часов 12, потом еще стримил, блядь, утром, когда мы сели в Сапсан. Он, по-моему, стримил уже в это время. Я вообще охуела. Да, он еще, я не знаю, как он в силах вообще стримил. Я привыкла к новому геймпаду сразу. Оно видно. У вас зашла вечеринка была? Ну да, просто кальяны немножко расхуярили. А так мы все там водичку, фанту, колу пили. Сок. А то она утонет в лаве. Ну да, там же вода была в рюмках. Пили воду. Куда на жопе? У нее глисты! Она на жопе поскакала, у нее глисты! Пиздец. Гаечка. Что зуб, блядь? Зайчика. Бока, скажи жизненную фразу. Что? Жизненную фразу, умную. Я тупой, мне похуй. Я скажу почистить. Все кратко и по факту. Что, ты просто ебал? Нет, нахуй думать что-то еще. Скажи, пожалуйста, где для женской гигиены отдел? Ну, прокладки, там, вот это тампон, вот это все. Чтобы когда там течет. Бля, спасибо, неловко. И тут... Все, я понял, спасибо большое. Здорово, здорово. Так, а мне сюда не надо, нахуй я ее спросил. Кто такую охуенную музыку сюда оставил? Подумай, отгадай. Ну, естественно, не я. Кто там слушает роки, топлатину, буду, вот это вот все. Вот эту всю тему. Все очевидно, плюс очевидно, мне кажется. Ожидаемо. У нее еще ник называется на Б. Да, Юльчика, конечно. Все. Просто когда мы зашли, залетели в это помещение, там просто музыка играла кому за 50, там Юля уже начала агриться и такая говорит, блядь, а можно плейлист, пожалуйста, поменять? Ну и все. Спросил, мне туда не надо. Что может хотеть 17 секунд? Я хочу загуглить. На что может хватить 17 секунд? 17 секунд? Пандемия в Европе, каждые 17 секунд новая смерть. Блять, короче, ты подожди. Так, подожди. Что можно сделать за 17 секунд? С вами вот так вот нужно прищепку просто прицепить. И с вами вот так вот стримить. А, да? Это же Twitch, а я же стример. Вот, а когда приду на свидание, сразу же... Библтумб. Блять, просто вот, вот зачем она провоцирует мои комплексы? Он пишет, у меня нет комплексов. Угадай. Угадай, чел, несмотря на мой инстаграм, подфартило или нет? По фигуре. Как сисик. Жестко. Да, это жестко. Не, кринжа не существует, кореш, зайка, солнышко. Чел там просто, блядь, рукой пробил себе лоб на префе. Нет, ТикТок — это моя жизнь, я считаю. Она что-то кроме своего тела предложить может, но я думаю, что Михалина умная девочка. Я уверена в этом. Чел за другую команду зашел нахуй? Блядь! Да-да. А, блядь, у меня кошка в коробках прячется, дура, блядь, ебаная. Уйди. Уйди. Ты что, ёбнулась? Ну ты что, совсем дурочка? Ну ты что, совсем...
Сидеть. Чирит нахуй и все. Понял. Ладно. Фу, мне что-то так хуёво стало после того, как я покурила, повыпила, попарила. Девочка. Чё, она с колпаком? Потому что она немножко сейчас болеет. У неё аллергия проходит. Поэтому, чтобы она не чесалась, я там... Да всё, всё. Иди. Кыш, кыш. Так, сколько сейчас времени? 5:47. Ну да, получается, начало в 5:48. А, ну да. Кабель от айфона, да. Потому что у меня нет чего можно скрепить, чтобы она ее не сняла. То есть она вот так вот тут скреплена, перевязана. Я же гений. У меня, ну, ничего дома нету. А кабель был. Ну, просто кабелем перевязала и все. Изи, блядь. Гениус. Все, да, ебать. Здорово, Нюнер. Спасибо за рисоп. Инженер по образованию. Спасибо большое за рисоп. Здорово. Мы погнали смотреть. Сейчас я нахуй уфнул сбор. В пизду вообще ничего не буду собирать больше. Потому что... похуй. Мне по бартеру придет. Будем смотреть «Пассажиры». Фильм, который идет 2 часа. Ну, и да, получается. Скажите потом, что по звуку. Я точно гений. Бля, надо...